Эко-я, эко-мы, эко-мир. В Чувашском государственном художественном музее подвели итоги детского республиканского конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, посвященного Году экологии в России. Его организаторами стали Республиканский информационный, туристский и культурный центр Минкультуры Чувашии и художественный музей. Экология глазами детей. Что в их понимании чистая планета? Что могут сделать ребята для охраны окружающей среды? Риторические, на первый взгляд, вопросы имели вполне конкретные ответы. Участники конкурса прислали на суд жюри декоративные подделки, фотографии, собственноручно написанные картины. Больше всего оказалось домиков для птиц, что, впрочем, вполне объяснимо. 1 апреля считается праздником птиц. Взяли, уместили и создали благодаря им этот удивительный праздник птиц, праздник экологии, праздник вот сегодня настоящий. Самое главное, нас порадовало, что дети заботятся о чистоте природы. Со всей республики было прислано 750 работ. Такого огромного количества детских произведений еще не встречалось. Особое внимание было уделено работам детей с особенностями развития. Перед жюри стоял очень трудный выбор. В обилии жанров надо было разыскать самые интересные работы. И они были найдены. 50 ребят стали лауреатами конкурса. Специального приза была удостоена работа Валерии Кузьминой. Ее картина выбрана символом конкурса и изображена на рекламном плакате. Гути, им некуда сесть, потому что природа, она уже загрязнилась. В этот год экологии я хочу пожелать, чтобы люди берегли природу. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.